Всем привет, в эфире «В тренде». Ну, каникулы закончились, хотя у всех они закончились 1 сентября, у нашей программы они закончились только сегодня, поэтому смотрите с пылу с жару сюжет про детскую обувь. Сюжет про качественную детскую обувь. Качественный сюжет про качественную детскую обувь. Вот это точно. Своим детям мы всегда хотим только самого лучшего. Также и с обувью хочется, чтобы было и красиво, и удобно. Обувь оказывает прямое влияние на состояние здоровья вашего ребенка. А на здоровье, как говорится, экономить нельзя. Поэтому выбирать надо в первую очередь качественную обувь. Прежде всего нужно отметить, что детские ботиночки или сандалики должны соответствовать ГОСТу, причем сертификат соответствия должна иметь каждая пара обуви. Согласно требованиям ГОСТа, ботиночки должны выдерживать определенную нагрузку, а материал, из которого они произведены, не должен стираться. Детская обувь должна быть из натуральной кожи, но если вы решили сэкономить и выбрали обувь из искусственных материалов, то подкладка непременно должна быть натуральной. Ну а чтобы не ошибиться с размером, возьмите свое чадо в магазин. Примерка при покупке поможет избежать многих проблем. Нельзя покупать детскую обувь с большим запасом, так как нога в ней будет не зафиксирована. Самое оптимальное – это 1 см. Такое пространство создаст согревающий эффект и позволит ноге скользить во время движения. Ну а если взять ребенка на примерку нет возможности, то есть другой, не менее надежный способ подобрать правильный размер. Для этого вам потребуется лист картона и карандаш. Одеваем на ножки малышу тонкие носочки и ставим его на картон двумя ногами. Обводим стопу карандашом и измеряем расстояние от пятки до большого пальца. Вырезаем стельку и идем с ней в магазин. Ну и, конечно, хочется, чтобы ребенок мог сам снимать и надевать обувь, поэтому всевозможные липучки и резинки будут очень кстати. Приобрести действительно качественную детскую обувь от российских производителей вы можете в магазинах «Обувка». Здесь вы найдете ботиночки для начинающих ходить, ортопедическую обувь, сменную, повседневную и праздничную, и, конечно, демисезонную и зимнюю. Если вы многодетная семья или у вас двойняшки, то вам скидка 10%. Адреса магазинов: КТК «Гэлакси», 2 этаж, бутик 225, а также Ленина, 23. Телефон 65-05-46. Такое чувство, что бабье лето давным-давно отменили. Хорошо, хоть рубрику «Must Have» никто не отменял. В нашей еженедельной рубрике «Must Have» я рассказываю о самых трендовых вещах в этом сезоне. Образ, который я сегодня подготовила, специально для тех, кто хочет разбавить свои серые трудовые будни яркими экстравагантными красками. Я выбрала черные классические прямые брюки и белую универсальную рубашку. А разбавить такой серьезный образ решила ярким красным пиджаком. Кстати, красный пиджак можно носить не только в офисе, но и на выход. В общем, яркий пиджак – вещь универсальная. Советую каждой из вас иметь такой в гардеробе. Ну а еще мы решили вас познакомить с различными мировыми модельерами. И первый на очереди это Рик Оуэнс, самый нашумевший в данное время. Его стиль определяется как гламур в стиле гранж. Это, ну, типа он всему пытается придать вид потертости, испорченности. Но самое, что интересное, это то, что он решил одеть человека на человека. Как это выглядит, внимание на его коллекцию. Thank you.
Привет.